сами ругнулись, раз как, понимаете? Я нашел какой-то странный. Еще один клип у Тафак Фун. Вот канал Тафак Фун. Там есть клип про Тафака. Видите, ребята, этих камераменов? Короче, ребята, сегодня мы посмотрим этот. Вы можете тоже посмотреть, ребята. Этот канал называется вот, блин. Ну, короче, он называется вот так вот. И вот, короче. Ну ладно, мы начинаем смотреть этот трек. Блин. Короче, ребят, знаете что? Да посмотрит, куда ты-то. Что это так фак делать? Ладно, что-то еще думать сделать. Прыгает этого и сакуха и не умирает. Хоть и слух похож из Карс Мода. Как-то. Хотя нет. Хотя ладно, это не слух из Карс Мода, конечно. Нет, нет, это слух не из Карс Мода. Так, ок. Ну, ребят, написано сегодня для тебя. Даже вроде. Не знаю, что там было написано. Услышал клавиатуру, погодите, ребята, вот спит на клавиатуре. Не, это факт. Я бы на том месте поставил бы на засыпал бы, блин, пустынка послал. Просто подушку подтащил бы к компу и все. Лег бы, блин. Ну хотя ладно. Смотрим дальше, ребята. Ок, смотрю дальше. Город как-то вернул свой цвет, будто бы это все первое. Цвет не было. Цвет вернулся, конечно же, радужный. Камера моя, она вышли. И знаете, ребята, сейчас Тафа пойдет назад. Все, пошло назад, пока. Пока, все, я ухожу. Вот. Ну, хотя Тафа может просто... Ой, сам сейчас пробежу, ребят, что не будет. Ну да, как-то логично. Тоже было просто так вот так вот. О, ребята, погодите. Ребята, короче, я как по... Я вспомнил, что на этой территории есть... были скипетисты большие. Ну ладно, ребята, не буду проверять клип, поэтому дальше... Сейчас смотрим. Все. Вот там еще был рядовой камерамен, ребята. Лоток. Просто все. И ударил. Просто вырывает их не камеры. И у самого кружит молотком. Чего все? Модер-то фокси красивает. You choose your
Но я сразу на него нравится. Ого, ему денег. Куда, наверняка телепорт. Все, все, толпы планетмена порывает. Я закрою все, конечно, закрывает. Ой. Ребята, вы простите, что я кашляю. Стена такая, он ел. Давай, конечно, я остается, как ее ломать полными руками. О, так это большая стена. О, вот это вот, блин. Кстати, та одежда была похожа на... Знаете, что вот эта та одежда была на те... похожа на одежду мотофака, но... Смотри, это такой псокольница, ребята. На, просто бам. Бам. Бам-бам. Шантарах. Ну, суду мне как всегда. А пока оставайся, тут, тут же обрыв. Во, все. Сюда место. Ну, блин. Давай где смог добраться, ребята, до конца, ну и, блин. Да. Этот клип, это, кажется, кипятист все рассоединили. Все, все серое вернулось. Все. Он не вернется никогда, кажется, обратно. А прыгать вниз это не надо. Да, ребята, как... Это вообще, ребята, 6. Клип крутой, конечно же. Но, кажется, его вернул Тафук-фун. Это же его, ребята, вот Тафук-фун. Тафук-фун. Это он вернул этот клип. Вы можете тоже его посмотреть на канале Тафук. Тафук. Фун. Потому что он обознался тролли, потому что я этот клип нашел только я. Я-то узнаю, где этот клип можно найти. Ну и, ребята, всем, ну, пока-пока.